Привет! Продолжаю цикл видео, посвященных настройке ArduPilot. Второе видео будет про калибровку акселерометра. Я рекомендую выполнять эту процедуру перед установкой полетного контроллера, фюзеляж самолета или раму коптера. Дело в том, что ArduPilot важно, чтобы во время процесса калибровки полетный контроллер был максимально неподвижен, а также был максимально точно выставлен по осям. Если для коптера эти условия еще как-то можно соблюсти, то для самолета крайне сложно. Перед процедурой калибровки необходимо задать параметр IHRS Orientation, в том случае, если полетный контроллер у вас закреплен нестандартно. То есть, без настройки этого параметра, полетный контроллер должен быть закреплен стрелкой вперед по направлению движения самолета или квада. Если он повернут или перевернут, то нужно выбрать соответствующий этому повороту параметр. После настройки этого параметра можно приступить к процедуре калибровки. Я закрепил полетный контроллер на кубике, собранного из Lego дупла. Так я могу быть уверен, что выставляю все оси правильно. Так, готово. Полетный контроллер подключен к Mission Planner. И захожу в Setup, Monitoring Hardware, Axle Calibration. И жму Calibrate Axle. Хорошо, говорит горизонтально положите. Он сейчас горизонтально лежит. Жму Done. Теперь говорит положите на левый борт. Нос вот он сюда. Вот так он смотрит. Значит, я кладу вот так вот. Так, на левый порт. Это вот сюда. Хорошо. На правый борт кладу. Не трогать и не дышать. Хорошо. Носом вниз. Носом вниз. Это вот так. Сам полетный контроллер я прикрепил к этому кубику на просто двухсторонний скотч. Главное, проверил, что он правильно приклеился. Носом вниз готово, теперь носом вверх. Так, проводочки его не топорчили тоже. Вроде бы не топорчат. Так, носом вверх? Да, носом вверх. Хорошо. Теперь положите на спину. Но... Как этот кубик положить на спину? Под стол. Под столом я просто прижму его. Все, готово. Калибровка готова. Теперь, чтобы в следующий раз его, если там я сброшу настройки, или перепрошью, или еще что-то произойдет, чтобы мне его вот так вот не калибровать, я, во-первых, перезагружаю полетный контроллер, Ctrl-F, и там выбираю Reboot PixHawk. Reboot PixHawk. Он перезагружается. Подключаюсь к нему. Поместив полетный контроллер в самолет, так точно калибровку провести будет уже невозможно. Поэтому лучше это делать именно с голым контроллером. Захожу в Config Full Parameter List. Жму Save to File. Там папочку 405 ping nano и обзову файлик, скажем, аксель. Все, теперь в следующий раз, если я сброшу настройки на по умолчанию, я просто выберу load from file и укажу вот этот вот config файл. И жму write param. Все, и эти параметры калибровки применились. На этом с калибровкой акселерометра закончено. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписались. В следующем видео я расскажу о подключении приемников FRSky к полетным контроллерам. Спасибо за просмотр, пока-пока.